Росприроднадзор оштрафовал Омский каучук и ТГК-11 на 1 300 000 рублей за выбросы в Иртыш. Предприятия сливали в реку вредные отходы, превышая все допустимые нормы. В марте этого года региональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку на предприятиях. Специалисты установили, что Омский каучук сбрасывал в Иртыш фосфаты, сульфаты, ионы, превышая допустимые концентрации. Вред, причиненный природе, оценен в 763 тысячи рублей. Предприятие уже заплатило штраф. ТЭЦ-3 также сливало в Иртыш ряд вредных веществ – фенол, медь, сульфат, анион. За нанесенный вред ТГК-11 выплатило более 600 тысяч рублей, однако загрязнять реку не перестало. Предприятие ждет еще один штраф – 576 тысяч.